Окей, не буду петь. С песен начинать стрим, это смешно, конечно. Так вот, сегодня, значит, сегодня все классно. Сегодня дождь идет, и сегодня, как бы я вот вчера head in time чуть-чуть постримил, и как бы вернулся в ритм стримов, в общем, и думаю, наконец-то можно продолжить, потому что я сам все время хочу именно играть в Lost Alpha, но я хочу все же время ее записывать, и вот сейчас как раз наконец-то график выровнялся, я просто же ночью не могу записывать, соответственно, только днем можно, и вот сейчас, вот, наконец-то, короче, продолжаю. Я в тот раз, получается, в этом подземелье нашел себя, как говорится. Выяснилось, кто такой стрелок, и как бы оно тут по-другому. И потом мне этот доктор, он сказал, типа, мы тебя прикроем, а ты, типа, убегай, или наоборот, типа, прикрой меня, и куда-то он пошел. А мне он сказал к Сахарову бежать, это все, что я помню. И я уже даже забыл, где это было, потому что я последний раз месяц назад играл, даже больше. А, вот это страшное место опять. Помню, в тот раз она меня так сбила с толку, точнее. Пугала, в общем. Я привык, что в НЛС, как бы, любой туман, это страшно. Кстати, насчет НЛС, я хочу в него продолжить играть все время, но я там себя загнал в ловушку в Агропроме, и в следующий раз... Может, даже сегодня получится постримить НЛС тоже, потому что его важнее проходить, чем Lost Alpha. Lost Alpha это так, for fun, как бы. Да, здесь специально просто звук сделали страшный, так классно. Хоть и, как бы, карту искусственно увеличили в размере, растянули и особенно ничем это не компенсировали, но... Ну и пустая от этого игра воспринимается. Хотя бы звуки зато теперь добавили. А ну, что там? Оу. Прикольно, двойной забор. А чё? Ну, как бы, каково предназначение его? Как бы, если, например, тот же кабан разобьет одну решетку, ему и вторую легко будет разбить. А, или тут для воды? Ха, интересно. Вряд ли это как-то обосновано на самом деле, но... Вот этот звук. Тут ничего, главное, нет, но звук такой страшный. О, сейчас осознал, что я могу... О, ну да, тут, конечно, такое. Как обычно. Да, тут сейчас невидимая текстура, небось, будет. Окей, пора к Сахарову бежать. Он тут с краю, короче. Понял, говорю, что я могу сегодня видео записывать. Но мне особо как бы нечего, то есть... Типа тут, кордон. То есть я, в принципе, все обзоры уже наснимал на все, что можно. И осталось только монтировать их. А это слишком сложно. Вот, допустим, я сейчас сделаю видео о своих первых играх, в общем. И я уже записал и рассказал про всякие дендивские там, ну, такие древние, короче. А потом я вдруг начал рассказывать о тех, которые мы с братом играли, короче, у него... в гостях, когда я вообще там лет в 5 приезжал, там Worms всякие, Neverhood, вот эти вот. И как бы для того, чтобы их показывать в видео, я должен их записать, а они не записываются, потому что они сильно древние, они там, ну, как бы уже Windows новый, уже не поддерживают эти все игры, короче. И, ну, точнее, они работают, но записывать их не получается. Так я уже там экспериментирую, уже записываю просто камерой с экрана, уже не знаю, и поэтому так долго не могу. Там видео записано было в октябре еще того года. Я все еще его монтирую. Потом, может быть, игры года продолжу делать. Еще песни года прошлого года надо. И, может, скоро начну новый. Короче, блин, монтаж, он... Он сложно. О, красота, конечно. Жалко, что дождь немного такой, как бы, ну... Вот это не похоже на дождь. Как бы звука дождя нету, солнце светит и такое, царапины. А что мне интересно Сахаров может сказать? Я ж... или он может теперь вспомнить, поскольку кто я? Ой, сейчас может что-то странное случится. Вау, я вот этого не видел в тот раз. Может сейчас меня вообще военные узнают и скажут, типа... Так ты стрелок! И что-то произойдет сюжетное. Nope. Not today. О, интересно, оно тут не по прямой. Круто, прям безопасность, реально. Алахмо.
Так, ну там какие-то типа советских этих, но я думаю, это не обязательно выключать. А вообще-то нет, я все-таки выключу пока в игре звук, потому что там, в принципе, ну, особо нечего слушать, и вряд ли он будет что-то говорить. А если вдруг песня какая-то заиграет, я не хочу, чтобы звук потом глушился. По поводу посылки. А, я за посылкой ходил. Принес посылку, да. Оу. Спасибо, это очень много для нас значит. После того, что наделали наемники, я никогда больше не буду идти с ними на какие-либо сделки, даже если посылка повреждена. Оу. Тем более, я не думаю, что военные будут рады нашему дальнейшему сотрудничеству. Не говоря уже о том, что они взяли в плен доктора. Я слышал, он ваш друг. Ух ты, интересно, тут, то есть он доктора знает как бы отдельно от всего. Счастливое совпадение, не считаете? Во всяком случае, я слышал, что ваш КПК сломан. Я могу починить его для вас, но мне нужно несколько вещей, чтобы заставить его снова работать. Во-первых, новая электропроводка. Здесь недалеко есть вход в подземную лабораторию. Как обычно, блин. Оно, честно говоря, напоминает уже как РПГ такое классическое, где ты идешь в город, получаешь квест, идешь в подземелье, зачищаешь его от монстров. Как бы уже 3-4 раза такое произошло за игру. С кровососами сначала, а потом вот там. О, там на складах. Это лучшее, что можно сейчас сделать. Принеси ко мне, и я скажу, что делать дальше. Ока. Так, он мне дал воду. Антирад, аптечку и денег чуть-чуть. Окей, хорошо. Прямо сейчас. Странно, он про доктора особо ничего не сказал. Работа. Вспышка, зомби, хвост. У меня есть? Интересно. У меня что-то было. Не, я за собой не таскаю тут особо ничего. Окей, я тогда подкуплю патронов на всякий случай. Тут Ленин трындит вообще так громко, так отвлекает. Я пытаюсь наушники снимать даже, чтобы оно не шумело. Кричит именно. Микрофоны же не работали раньше. Я сейчас понял, что у меня тоже микрофон не лучше. Окей, все. Можно, думаю, идти. Сейчас я сначала выйду, потом включу звук. Тут так по-сталкерски все. Все, можно. НЛС слишком отличается визуально, а этот прям классно. Ностальгично. Где это подземелье? О, как раз он мне дал минеральную воду, кстати. Перегружен. Надо было, наверное, у него оставить в ящике. Тут же, по-моему, нету воровства. Ой, у меня. Усталость. А, ну да, я же перегружен. О, тут специально прям убрали это. Тут прям так сделали чисто, как будто тут кто-то ночует. Кто-то так классно, кстати. И вот оно, это как бы вот, то есть вот, как бы я на экране воссоздаю то, что происходит. А, тут нельзя оружие доставать. Окей, я хотел с пистолетом бежать. Вот он тоже просто бежит с пистолетом. И потом переключается на вид от третьего лица. Я помню, я когда на кордоне был, то я точно так же переключался. Это же из Lost Alpha кадры. И в оригинале они как издевательства были. Вот так, типа, можно от третьего лица, а нельзя было. И сами вот эти вот вагоны поменялись. А в Lost Alpha это восстановили, то есть. И, кстати, это по-другому здесь чуть-чуть. Да, вот вышка, она была другая. А, я сейчас понял, что на видео все равно не видно. Оу! Воу, так к нему можно прям заходить теперь. Блин, песня играет. Чего я так не вовремя выключил, включил звук? Так, да, Lost Alpha, конечно, расширила сильно. То есть, например, даже у Сидоровича там несколько комнат дополнительных добавилось, где, ну, как бы, теперь кажется, что он может там реально находиться. И тут прям. То есть я бы никогда как-то бы не представил, как туда к нему пройти можно. Тут так реалистично все. Так, ну у меня по сути почти, ну, нечего особо выкидывать. То есть вот 58, то есть даже если просто. О, у меня даже чуб-хоп. Если выкинуть такое вот, то уже не перегружен. Можно даже продать.
половина. Угу. О, у меня еды, кстати, почти нет. Это, похоже, единственная консерва, что у меня осталось. Интересно. Выверт надо продать, кстати. Эй. Надо продать военному выверт. Это будет смешно. За 300, блин. Ну, ничего. Как бы он, по-моему, 650 стоит. О, гитара. Они издеваются. Я... Понял, что я именно вообще сильно уже хочу, чтобы у меня была гитара. То есть я каждый день, когда вот, например, там... То есть вот просто слышу, как что-то музыкальное... О, это что, сталкер? Все время хочется вот эту мелодию играть. Вот. Блин, как же я мог так облажаться? Что ж я трус-то такой? Теперь, наверное, никогда не увижу свою грозу. Ого, тут сюжет как бы. Искал артефакты, понял, что оказался в середине логова кровососа. Был напуган, начали гнаться за мной, выронил пушку и побежал. Никогда туда больше не вернуть. Брат, не мог бы спуститься и вернуть. О, да, конечно. Ну, а их там? 6. Я думаю... Черт, ладно. Ну, раз я иду рисковать туда все равно, то тебе придется хорошенько раскошелить. А, будь уверен. Ох, стой, есть еще вещица. Поднял я с мертвого тела ученого недалеко от подземки. О, это похоже на какой-то блокиратор запаха. Может, используешь, если его кровососы не будут нападать на тебя. Ну, по крайней мере, пока ты не начнешь палить в них. У меня не было времени проверить эту штуку. Слишком напуган, чтобы вернуться туда даже с ней. Не уверен, как долго она будет работать. Так что, думаю, тебе стоит пробежаться. Вау! Давай, я пойду за твоим. Она мне не нужна, справлюсь и без нее. Звучит слишком рискованно. Такие типа есть выбор. Ну, конечно, надо брать. О, артефакт. О, блин, подожди. Что ж я так? Прям жарко полез. О, это и есть подземелье. Я бы и не заметил, честно говоря. Я в тот раз только артефакт увидел и все. А, это зеленый паразит. А тут нет аномалий, кстати. Это типа, чтобы было подземелье заметно. Так именно, не случайно, сталкер тут этот находится. Оу, таки есть. Каплю можно взять, ну... Ау! Блин, костюм поджег. Я могу загрузить, поскольку я секунду назад сохранился, но это будет нечестно. Я хочу, чтобы как-то, знаешь, чтобы жить с последствиями выборов, как говорится. О, темнеет, темнеет, прям на глазах. Это точно то подземелье? А... Вот, мне сюда надо. Или... Потерянная винтовка. А, нет, это просто, это как бы тоннель, поскольку он тут есть, то... О, это... Тут как бы под... Целая, как бы, станция метро под землей, даже никак не спрятана. Я, по-моему, узнаю... А, она в Зове Припяти потом была. Да, из нее сделали последний уровень там. Но она... Вот этот, короче, кадр, вот этот именно, вот там еще он разбитый потолок был, и сыпалась там вода и все такое. Вот это было в промо-материалах к Зову Припяти, короче. Вау. А куда она ведет? Так можно прям пройти под... Ха. Так, я, по-моему, артефакты забыл подцепить. А, нет, есть. Так, вообще, вот реально, вот это то, за что мне Lost Alpha больше всего запомнится, за то, как много в ней добавили просто мест, как бы, вообще. Так, ну, правда, они все пустые и бесполезные, это обидно. Еще один паразит, я уже перегружен, что ли, да. Тут сталкеров случайно нету? Ну там были бы, должны были быть. У этой винтовки слишком зум мощный, и оно очень мешает стрелять по мутантам, когда они нападают. А тут поскольку только мутанты в основном. О, еще тоннель. А этот, наверное, о.
О, это кровосос. А, нет, это зомби. Ха. Я думал, что там кто-то был. Так, а зеленые паразиты, они тяжелые? Да, по полкилограмма. Вау, даже лестницы работают. Не на всех локациях. А. Зачем здесь аномалию ставить? Кто это придумал, блин? И как узнать, что она там? Надеюсь, даже болт не долетит. Ха. Вау. This better be worth it. То есть я надеюсь, что хотя бы это не зря было. Нравится, что птицы в подземелье слышно. О, вот да, все-таки что-то тут есть. Естественно, пусто. Да, это, наверное, просто они из дикой территории скопировали сюда. Окей, надо тогда идти туда. В принципе, я и по поверхности могу свободно идти. Там даже никто не нападает, то есть... Мне интересно, как бы, как тут что. Ладно, зеленый паразит не настолько нужен. Оу. Феромоны мутанта. На некоторое время. Ага, то есть... А, ну, наверное, оно как вот газовая штука вот та вот. Типа таймер такой включится. А, не, противогаз, по-моему, так работал. О, даже что-то есть. Ну, у меня этих видов оружия нету, так что не надо. Так, у меня должно быть что-то лишнее. Почему я так перегружен? О, бинтов даже нет, ого. Противогаз, в принципе. О, все, я не перегружен, ура. Звук классный. Я, кстати, после того, как посмотрел фильм Overkill, ой, Overlord, я его всегда называю случайно Overkill, то захотелось в Wolfenstein поиграть, потому что, как бы, это фактически фильм Wolfenstein. И в первом Wolfenstein там, короче, звук железа точно такой же, как в Сталкере, оно так смешно было, короче. Вот так вот бежать, и там он громко так еще. Тут я бы что-то положил. Возле костра надо сохраняться. А, это, наверное, ведет на базу военных. Потому что вот по карте даже видно, что это прям там. Вау. Вау, вот это, кстати, мне напоминает фильм «Сталкер» в самом конце, когда они вот так вот спускались там. Затопленные эти коридоры были. Еще и радиация. А, это не база военных, это то, что напротив базы военных, там, где зомби. Я слышал зомби только что. Что я тут делаю? Мне вообще надо быть на поверхности. А, вот теперь это база военных, скорее всего. Вот я же не знал, что... Я думал что-то, что это просто как такой подземный тоннель под всей локацией, он все соединен. А может отсюда даже и можно добраться туда, куда мне надо. Мне, по сути, вот туда надо сейчас. А, нет. Интересно. Может оно туда и приведет еще. Вау. Такие прям... И много так тоннелей этих. Атмосферно, в общем.
напоминает, ну, конец игры оригинала, там, где вот эти вот возле стен такие прям железные штыки. Вот мне сюда и надо, вот я дошел уже, да. Вот. Так, за этой дверью зомби. Явно. Вау, так мне сюда и надо было. Вот, я прям в этой комнате. Тут где-то должен быть вот этот... О, вот он. Ха! Тю, так и все, я могу спокойно себе вернуться тем же путем. Я, похоже, как, типа, прочитерил, потому что я должен был, наверное, через базу военных пробиваться, убивать всех зомби там и сюда в итоге попасть. А так это, типа, шорткат такой. А, это мне, наверное, подсказка о том, что кровососы здесь. Да, да. В этой игре кровососы это не страшно. Вот все шесть. Не, пять, вот еще один. О, еще один, блин. Их что-то много все-таки. Тут даже по невидимым можно стрелять. Это все ради винтовки, главное. Честно говоря, есть соблазн перезагрузиться и как бы использовать эту штуку. Чтобы они на меня не нападали. Потому что я слишком много патронов на них потратил. О, зато я могу теперь батарейку использовать. Тут этот взрывчатка классический. О, вау, блин, классно сделали из столов мост такой. Так, я слышу, кто-то говорит. А, это надо мной, там целая... Там, наверное, ученые. Странно. А, нет, там сталкеры, я слышу. Блин, зря я за этой винтовкой пошел, ну. Mother Brain! Тут еще и радиация. О, вот это очень классно. О, гроза, вау. Неплохо. Это хорошее, как бы, оружие. Так, надо дозиметр было поставить на... Не, по-моему, нету, да, у меня нету. Я выкинул, по-моему, свой детектор аномалии вообще. Там, я слышу, бандиты. Так, я вообще там... А, вот, это и есть винтовка, которую я должен был взять его, главное. Я тупо забыл, зачем я сюда пришел. Только что сказал о том, что я за винтовкой иду, но я как бы не воспринимаю это оружие. Я думал, ну, обычно там АК там или этот дробовик, а вот это, ну вот, короче. А, ну и все, получается, можно возвращаться. Угу. Так, а наверх нельзя? Да уж, это настолько не стоило того. Оно-то, конечно, весело, но я потратил 3 обоймы на 7 кровососов, как бы. О, смотри, а, это они сквозь стены просвечивают. It's fine. Ой, сейчас главное, чтобы эта дверь не открылась. Что там? Какая-то... Что-то творится на ростке. Окей, знаешь что? А вообще... Мне интересно, что за этой дверью.
Так что я, пожалуй... Ага, они вернулись туда. Так, я хочу прочитать это сообщение, но... Поскольку зомби кругом, то... Так, а ну. История. Так, что-то творится на ростке. Мой друг исчез. Существо. Заостренные шипы и когти вместо пальцев. Яркий свет в ночном небе. Что-то подняло меня с земли. Дальше ничего не помню. Проснулся в доме с бутылкой своего джинтоника. Что это было? Понятно. Я думал, это что-то сюжетное. Это типа такая, знаешь, атмосферная штука. Так, это я сейчас под базой военных. Вау. Так классно вот именно вот новые места всегда. Реально вот из-за этого оно воспринимается как... Ха, кстати, реально низко. Тут надо быть полностью присевшим. А, из-за того, что все локации настолько, ну, новые, условно говоря, потому что они все основаны на самых ранних версиях. God damn it. И что, вот это все? Там была просто аномалия? Я нажал F7. Да, я забыл, как тут. Да, загрузка, окей. Тю. Бесполезная комната, честно говоря. И она никуда не ведет. Ну, вообще, да, логично. В принципе, зомби там могли быть как бы в тупике. Это как такая ловушка. О! Это до того, как я еще кровососов засек. А ну, я сейчас, короче, хочу... Оу. Блин, они открыли дверь. Больно. Куда он побежал? О, наконец-то. Да, по-моему, это до того, как я туда пошел. Да, да, я еще ничего не подобрал. Он все еще там, тю. По-моему, не получилось. Но он исчез, тем не менее, окей. Тю, вот это полностью пустая... Странно. О, да, военных слышно. О, аптечка. Хоть что-то. Не зря сюда забрался. Зачем вот это вот место? Ладно. Если оно никуда не ведет, значит и не надо. А, это у меня как раз этот фонарик разряжен. О. Так, вот сейчас я хочу использовать вот эту штуку и посмотреть, что она даст, потому что, как бы, так, вот я использовал, и типа, они сейчас должны меня не видеть, и я хочу стрельнуть в взрывающуюся штуку. Так, они сейчас на меня не будут нападать, по идее. О, вау. Реально. Ого, их тут больше, чем... Holy shit. Побыстрее. Так, сказал побыстрее. Так, я беру эту винтовку и убегаю. Да, потому что я не хочу тратить на них так много патронов. Прикольно. Оу-оу-оу. Они типа меня почуяли вот только сейчас. Какое совпадение. А-а-а. Я не могу бежать как бы.
Вау. Да, так прикольнее, кстати. И таймера на самом деле не было. Но это, да, это чисто скриптовая сценка. То есть оно запрограммировано так, чтобы я, когда возвращался, чтобы они начали нападать. Я надеялся, что еще та красная штука взорвется, но не. О, подожди, я винтовку-то подобрал. Где она? А, она как квестовый объект, ее нельзя выложить. Окей. 2 килограмма лишних. Ну нет, я 2 не выложу, так что... Я рад на самом деле, что не использовал так много патронов в этот раз. Тем более, да, кровососов вообще не нужно было. Расстреливать. У них даже не было этих, ну, клешней и прочего. Как они называются? Не чешуя, а... Щупальца, да. И я еще понял, что я, в принципе, больше никак сюда не мог попасть. Или все-таки мог? А ну, это вот этот средний коридор. Мне сейчас налево, я помню. Я просто не был здесь. Вау. Там, небось, военные. Интересно, к ним можно именно, ну... Будет ли квест, с помощью которого можно будет к ним на эту базу прийти? Потому что я не хочу их всех перестреливать, я хочу узнать просто, как у них там. Ага, вот, я вроде отсюда пришел. Или нет? Спасибо. Нет, я не отсюда пришел. Ну, оно, по-моему, тут без тупиков. О, нет, это в другое место ведет. Интересно. И я все-таки должен был сюда спуститься, потому что сверху не ведет ничто в эти тоннели, как бы. То есть я все правильно сделал, похоже. Хоть оно так далеко началось, что я бы даже и не догадался. Если бы мне не было любопытно, что в этих тоннелях, я бы по ним не шел. Ну и да, они по сути линейные, то есть тут невозможно не так пойти. Хм. Я вот пытаюсь вспомнить, я тут был или нет, потому что в тот раз я, по-моему, как бы вот я зашел с этого подземелья и вот так вот как бы прошел, и вот сюда пошел, и вот тут. А теперь я свернул вот так, ну я надеюсь, что оно выведет. Сейчас должно налево повести. Оу. Вау. That's different. А, вот. Ого, этот... Да, я понял, куда это ведет, кажется. Тут прям целое... Ну такое... Ты посмотри на высоту этого... Оно как бы бездонное, только вверх. Вау. This is cool. И оно... Вот, оно прям как... Ну... Сама эта штука... А, к ней же нельзя было попасть. Похоже, это вход в нее. То есть из-под земли. Вау. Мне все равно, что у меня там квест какой-то был. Мне интереснее исследовать всякие недосягаемые места. Даже если у них ничего нет. О, ага, так. Вот это сюда. Ты что, ну так... Тут это так высоко прям. О, вон, там вон улица. Ха. А как ее открыть хоть можно? Не, похоже, нельзя. А зачем тогда это место тут? А-а-а. Ну, все равно я рад, что тут хотя бы можно лазить везде. Хм. Interesting. Вот сейчас я должен, по идее, выйти на, ну, кутоют, как станции такой, с вагонами, с аномалией. Слышу собак. Ну, это, по-моему, те, которые верхние. Вау. Хочется теперь туда же добраться, как бы, по земле, потому что туда, наверное, можно как-то попасть.
Вот сюда вообще-то можно было бы добавить зомбей там всяких. Потому что как-то совсем пусто. О, да, вот, да, я как раз тут... Было интересно, куда оно ведет. Ха. Ой, поскольку я уже перегружен, я могу сейчас взять... у тебя вот всякие артефакты продавать. Потому что, в принципе, деньги более-менее нужны. У меня, ну, например, еды почти нет. Да, уже половина. Интересно, как тут, блин, сюжет, скажем так, структурирован. Тут постоянно, как бы, ну, от квеста к квесту такой экшен постоянный. То есть, вот мне такое впечатление, что я сейчас приду к Сахарову и начнется еще что-то более такое. Боевиковое. Это тебе не НЛС, там, где неделю хвосты собираешь собачьи, чтобы хлеб купить. И тем не менее, я же, это я к тому, что я хочу сейчас в НЛС поиграть. Вместо этого. Все так логично. Нет у меня чего-нибудь, что восстанавливает еще выносливость? Ну. Не хотелось в жарку попадать без надобности. О! Так, мне надо это. Фон красивый на записывать для видео. Так что я убираю интерфейс и скриншоты делаю тут F12. Блин, ну как же я мог так облажаться? Что ничего, ничего, все уже хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас. Теперь, наверное, никогда не увижу свою грозу. А, грозу в этом смысле. Я забыл, что он так называется. На грозу свою, твою. Вот она, это место просто кишит ими. Не советую спускаться туда. Большое спасибо. Возьми этот костюм, ого. Комбинезон Сева, вау, это хорошее вообще-то. Спасибо, будь осторожен. Не дай кровососом себя покусать. Еще раз спасибо, не стоит. О, мне нужна еда, как ни странно. В этом моде вообще таких проблем никогда не возникает. Так, я не могу даже ходить. А ну, в Севе, по-моему, грузоподъемность добавляется. А, нет. А ну. Дэм, все равно он классный. Так, у него сколько? Плюс 50 ко всему. Ничего себе, это чисто вот с ним можно игру пройти. У этого плюс 30, плюс 30, окей. Я тогда, короче, так, мне нужно 1 килограмм выкинуть, чтобы дойти до Сахарова. Тогда я выкину пока вот эти капли. И да, и, ну, как бы дойду до него и продам ему, может, комбинезон. И они все к жаркам идут. Окей, надо тогда что-то еще выкинуть. God damn it. Я просто, ну, Сахарову сейчас же буду продавать эти капли, поэтому выкидывать их как раз не надо. О, а это куда-то ведет? Тут как край локации, ну не обязательно вообще-то. Вау, так там может быть вертолетная станция. Я туда сразу пойду, как только немного сброшу груз. Тут уже накидано. Вообще-то надо больше, чтобы было ящиков всяких, чтобы все время, ну, чтобы было тебя сбрашивать. Даже в оригинале там, в самой лаборатории... У Сахарова ящик был. У меня там столько всего всегда было. Окей, выключаем звук. Всякий случай. Прикольный квест, да. И я, ну, когда его делаешь так, как они задумали, то интереснее, когда вот это типа там вначале они не нападают, а потом типа услышали такое. Прикольно. Тут страшно, сейчас кто-то играет.
Это перевернутая в обратную сторону какая-то советский гимн, но так страшно. Замечательно, не видно ни царапинки. Хорошо, следующее, что надо сделать, это новые микросхемы. Можем достать несколько таких в отличном состоянии. Выходил на связь с доктором, у него есть несколько штук. Он также хочет поговорить с вами о чем-то. Он слышал, что... Он сказал, что будет ждать вас в своем доме на болотах. Класс, это то, чего я ждал всю игру, реально. Как бы потому что, ну... Всегда мне нравились вот эти вот ранние локации, в общем, которые только в билдах, в общем, там болота другие совсем, они как бы меньше, чем те, которые в чистом небе были. И тем более там доктор будет, это как прям как бы книги все на этом строились и вообще. Должны быть очень осторожны, в этот момент болота патрулируются военными вертолетами, ого, стрелять во все, что движется, прячьтесь от них в камышах, не должны увидеть вас. Пробую связаться с вертолетами и сказать им, чтобы они не стреляли, но мои слова, возможно, не достигнут военных патрулей на земле. Ага. Прикольно. Так, он там что-то дал? Торопитесь. Да не. О, он покупает. О, 10 тысяч за разбитый комбинезон, который мне уже не нужен. Если бы еще деньги не нужны были. И капли надо продавать всякие. И... Паразит. А, я уже выкинул его. Окей. Так, я не сильно перегружен. Он что-то мне дал или нет? Я не успел посмотреть. Слизняк. Не. О, вот это прикольно. Надо будет использовать. Когда меня спрашивают, что тебе дала советская власть, говорят. Я отвечаю, все. Так, вот это... У меня, в принципе, достаточно много, но я все равно хочу, чтобы, как бы, мало ли. Как может тут не быть ящика? Ну, куда-то же надо сбрасывать предметы. Оу, а тут... Вау, тут еще... Комната. Оу. А? Физика в теоретике использует теории относительно... Нужно принести артефакт на базу. Два. Один, чтобы держал. Второй, чтобы... Это что, это спам? Да. О. Тут еда. И что, еще комнаты? О, вот это хотя бы закрыто. Я надеюсь. А это, наверное, как выход. Ты что, тут так именно... Вот, кстати, да, ну, наверное, так и должно было быть. Потому что в оригинале как бы только вот эта комната и все, по сути. О, а в этих ничего нет? Nope. А где болота находятся вообще? Я считаю, что здесь где-то должен быть сундук. Может, тут вот... Перегружены мне классно играть. Вот это место мне казалось обжитым. Тут может быть открыто. Nope. Хм. А? А, выброс, окей. Где же ближайшее укрытие? Я прям не представляю. Неужели туда, где, куда все бегут? Да, вроде как тут считается. Сейчас военные все вот сюда сбегутся и будут тут стоять и нервничать. Поэтому я с их дороги отойду. Ха! Я Сахарова так еще не знал, что он так умеет, как бы.
А, о, там вот еще укрытие, наверное, там все спрятались. О, у него нету пока этих всяких квестов и прочего. Мне надо килограмм куда-то деть. Надо попродавать всякое ненужное. Ой, выброс-то страшные звуки издает. Я бы включил звук, но там сейчас вот эти пропаганды всякие опять. Так, о, можно... не. Да, в принципе, бутылку можно, потому что она тяжелая. О, я почти не перегружен. Так, и можно выпить бутылку, и все, я совсем не перегружен. Ей. Теперь можно сохраняться. Мне прям интересно, как болота сделали именно с точки зрения геймплея. Так, там электры всякие летают. Вот это круто выглядит. Я тут скриншотю для того, чтобы обзор сделай. Освещение просто прикольное, даже на статичном. А вот эти можно всегда разбивать было, но сейчас нельзя доставать оружие. Хоть бы двери закрыли там, я не знаю. А, вон военные. А, там даже закрыто, они... О, очень логично, конечно. А, оно как будто зажжет. Дерево само. Ничего себе. Да, выброс классно тут сделан. Вот эта электро летающая, она так вообще. О, все, вроде прошел. А! Именно за секунду до конца выброса все равно умудрился, ну, подставиться под него. О, все. Сломал. Звук надо было включить, ну. О, а где болота? Да, сейчас надо по карте посмотреть. Хорошее у них такое место вообще. А, тут обычно можно открывать. О, так тут еще, значит, места. Ого. А тут у вас нету ящика случайно? Он, главное, сейчас ничего даже не скажет, нибудь. А может и скажет. Раньше вас здесь не видел. Идите в бункер, расскажите Сахару, зачем явились. Будет сделано. Реально, ничего не говорит. Есть всегда что-нибудь происходит. Но это в порядке вещей. На большой земле, конечно, так не считают, но мы-то с вами сейчас как-никак в аномальной зоне. Нету ящика, короче, у них тут.
Ага, я хотел туда залезть. Так, я не пережу? Нет. Да, хочу туда забраться, а потом уже про болота буду думать. Пока еще не важно. Вау, это похоже ночная звезда. А, или кровь камня. Ага. Надо туда, короче, забраться с другой стороны просто. О, вау, тут еще и какой-то типа туннель. Вау. Interesting. О, кровь камня таки. Ой, ну каменный цветок, ага. Однако он меня перегружает. Надо тогда будет либо продать, либо выкинуть. Ага, тут аномалия. Ой, радиация. Alright, включу. О, еды куча, вау. Мне вообще-то нужна. Я от третьего лица, конечно, именно для эксперимента сейчас пытаюсь играть, но я не привык, конечно, так. Оно прикольно, оно так именно, ну, типа как Skyrim, но я сейчас понял, что оно как бы не по центру, а слева немного, ну, странно. Итак, куда мне надо идти? О, вот сюда прям. О, так они прям тут. Ого. А где? А, ого. Именно четверть карты скипывается вот так вот. Ха. Уф, и мне отсюда надо аж сюда будет добраться. Ого, так они большие достаточно, если вот так смотреть. Я помню, когда я включал в билдах эту карту, то я вот так вот тут появлялся и проходил вот так вот полностью за полминуты всю карту так, ну, по прямой. А в стороны не ходил особенно. Ну, похоже, тут ее расширили, как и все остальные локации. Интересно. Однако мне сначала хочется вот сюда, вот на эту вертолетную штуку. Как к ней попасть? Ой, помню, в этих, во всяких трейлерах обычно так показывали, как когда целишься, да, то оно ближе. А, вот, о, есть. Так, ну мне как бы болты не обязательно бросать. Хотя нет, в некоторых местах все-таки. Не, от третьего лица, конечно, очень неестественно играть. Так, тут кто-то есть, или это военные с этого, да, наверное. О, все-таки что-то тут есть. Оу!
Патроны для базуки всего лишь, как бы, ничего себе. Окей. Да, мне они явно не нужны, но я не знаю, куда, как, ну, если я их сейчас соберу, то... Вау. Тут целая комната. Ого. О, гранаты. Что-то может быть. О, дымовая даже. Кстати, я их ни разу не использовал, мне прям интересно. Тут это выглядит очень так, как будто сейчас тут кто-то появится. Там вот. Это, конечно, может быть конец локации, но... Да, и туда как бы никак не пробраться. Как бы, а вдруг? О, вау! Так и можно. А, да, вон, даже по карте оно еще продолжается долго. Ничего себе, блин, мне так нравится просто как... Вот... Все вот эти вот элементы, вот они очень классно выглядят. Это же все из фотографий делалось, оно от этого такое прям, ты что? О, я еще вспомнил, что я оригинал недозаписал. Там заглючила игра, и я не смог играть дальше, но надо пройти оригинал вообще-то. Все-таки с него ж все это... На нем построено. О, а тут такое как снижение... А, радиация, окей. Здесь должно что-то быть, потому что, как бы, сюда достаточно трудно добираться, поэтому они должны сюда хоть что-то поставить. О, или нет? Какая? Как это произошло? Почему я умер ни с того ни с сего? Ты закричал еще по Галиму. У меня радиация была даже не полная, и здоровья было достаточно много. Он типа от, ну, перегруза, я так понял. Оу. А, сейчас ночь на самом деле. Это просто у меня из-за того, что... Ух ты! Никогда еще не был на настолько открытой локации. Вот это, кстати, вот именно я когда-то, по-моему, во время НЛС стримов рассказывал о том, что если бы я делал мод идеальный, то я бы огромную открытую локацию сделал, в которую так видно все аномалии, и ты чисто между ними должен вот так вот ходить. Даже ни сталкеров, ни мутантов, только вот это вот. И я примерно так это представлял, в принципе. Прикольно. Кто там? Тут артефакты, ну, как известно, они в этом моде не нужны совсем. Так, мне надо, похоже... О, я опять перегрузился. А чем? А как тут спать вообще? Я забыл. А, спальный мешок, да. Сколько сейчас говоришь? 2:20. Ага, ну тогда пусть будет до утра. Как раз еда... потратиться. Я, конечно, на самом деле немного разочарован, что за этим вертолетом ничего не было, потому что там такая... О.
Да, теперь не так страшно, конечно. А, это озеро было все это время. Вау, ночью даже не было понятно, что там вода. Вау, прям дорога такая. Ой, даже не отнялось. Вот, и вода во время сна. Я даже не знал, что тут так. Ой, я помню вот это вот эту дорогу. Обычно в билдах, когда начинаешь эту локацию, то вот тут тебя сразу ставят, и там кровосос бегает по этой дороге. Ха. А, ну я тогда пошел на эти болота, значит, хваленые. Даже не могу еду потратить, чтобы. А тут должен быть кровосос. Or not. Окей, я планировал выключить запись перед переходом на болота, потому что это слишком культовый момент, так что я, наверное, сейчас пережив. В видео сделаю, и следующее видео будет чисто про болота. Поэтому пока выключаю.